Зеленый щит по просьбе жителей. По краю земельного участка, отмежеванного под городское кладбище в Новоталицах, началась посадка изгороди из молодых деревьев. С просьбой озеленить данную территорию на личном приеме к мэру Владимиру Шарыпову обратились горожане. Создадим более комфортные условия проживания, поскольку мы понимаем, что рядом находится городское Новоталицкое кладбище. И вот сегодня, можно сказать, старт данной этой акции, заключающейся в высадке 100 елей. Сажать деревья – дело не только полезное, но и веселое. Политическим партиям здесь не до дебатов. Общественные организации тоже взялись за дело дружно. Кто-то копает ямки, кто-то приносит воду. Когда позвонили с благоустройства нам, сказали, что хотели бы, чтобы эти елочки были именно в Новоталицах, потому что здесь перестал расти лес самосевом. И получается, что мы посадили все дружно, очень большой, хорошей компанией, 100 елей, которые будут здесь расти елочкам приблизительно 2 года. Юноармейцы ничуть не уступают взрослым, хотя многие из них деревья сажают первый раз в жизни. Сначала нужно добавить земли в окоп, чтобы елочка могла стоять свободно и не провалилась под землю. Добавить воды, чтобы земля утрамбовалась. И поставить саму елочку, закопать и залить водой. 100 елочек – только начало зеленой полосы между кладбищем и жилой застройкой. Деревья планируется высадить по краю всего отмежованного участка. Еще раз всех с посадкой! Ура! 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 Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.